Завтра, а сегодня Владимир Путин встречается с главой Китая. По одну сторону стола внушительная российская делегация, по другую – один товарищ Си. Сопровождающие его министры припозднились. Один боец. Вообще-то лидеры встречались буквально 3 недели назад в Пекине на форуме «Один пояс, один путь», где российский президент и объявил, что объединение потенциалов ШОС, ЕАЭС и Шелкового пути есть основа для формирования большого евразийского партнерства. Сегодня разговор не менее обстоятельный, ведь у России и Китая в ШОС ключевая роль, да и двусторонние отношения на подъеме. Мы сейчас готовим главное мероприятие в двухсторонних отношениях. Это ваш визит официальный в Россию. Уверен, что это будет значимым событием, большим событием в двухсторонних.